мы просто их имитируем. Мы их имитируем. А то смех не берем. Не может, все. Ну вы представляете всю песню, ресницу. То есть как-то перекладывать. А зачем? Если вы строите всю песню на сюжет, значит, вы должны это продумать. Как вы его достаете, как вы берете, откуда, почему. Проще же, раз и вытащила. И все. И дальше танцуешь уже по-другому. Вот если бы ты больше парень, что еще можно сделать? Штаны, да? О, кстати, а пусть костюм. Можно на джинсы. Кожа. Лосины. Бринты. Тунинки. Все сейчас одевают эти топы серебристого цвета. И все так отходят. Фантазия должна работать тут. В конце концов, это интересно. Сейчас море фурнитуры, море всяких сеток. Море всяких футболок. Со смайликом, в конце концов, с этим языком, там, понимаете, что все-таки на голову там кепку, потом ее как-то садануть. Ну, от такого плана. Отходите все время только джинсы и только топ. Какие-то подтяжечки там, какую-то маечку, одну наверх, вторую, там такая рубаха, потом хряс. Понимаете? Ну, такого плана. Не все время джинсы. А в коротком вот так вот что-нибудь? Но все равно под короткое платье надо что-то такое вот. Ну, я просто костюм думала. А сзади вот так. Спасибо вообще. Да, берите что-то понежнее, потому что, представляете, так прыгануть в платье. Ну, понятно, что шорты. Ну да, и не шорты. И даже шорты не спасут. Полностью какие-то или штаны, или лосины, чтобы было потом не стыдно вам. Потому что, как правило, фотограф момент любви. Я же говорю, прям глупый. Да-да.